Руководители населенных пунктов Гагаузии считают, что заработная плата примарского корпуса должна быть увеличена. Обсуждение вопроса было инициировано в Камрате в рамках встречи с министром экономики Молдовы Валерием Лазар. Глава автономии считает требования примаров справедливым. Сегодня труд простого слесаря монопольного предприятия оплачивается на порядок выше. В то же время ответственность за принятие решений различна. Скоро мы дойдем до того, что и примаром никто не захочет стать. Пойдут только те люди, которые вообще не понимают, что это за работа и для чего она нужна. И наломают столько дров, что нам мало не покажется. Мы, наоборот, должны привлекать самых активных, самых сильных, самых заинтересованных в хорошей работе, в изменении положения дел в местном сообществе людей в органы местной публичной власти. Исполком Гагаузии, руководствуясь местным законом об органах публичной власти, предложил премировать руководителей населенных пунктов от 1 до 10 окладов по итогам проделанной работы за год. Основанием для премирования послужат такие показатели, как, например, исполнение бюджета, привлечение грантовых средств, оказание качественных услуг населению. Если мы говорим о модернизации страны, мы должны начинать с модернизации заработной платы, потому что модернизация заработной платы, на наш взгляд, удержит на местах людей высокопрофессиональных, высокоинтеллектуальных, пользующихся и доверием населения, и в том числе обладающих какими-то организаторскими способностями. Если местные органы власти сегодня видят, что примар определенного населенного пункта привлек населенный пункт инвестиции миллионами, 2-3 миллиона лей, если на конец года решил местный совет премировать примара в размере хотя бы одного оклада, а оклад сегодня примара без удержания 3500 лей, я не думаю, что местное сообщество от этого потеряет больше, чем оно нашло. Но это больше стимулирует работу примара. В конце-то концов, это немаловажный труд, немаловажная работа. Конечно, этим должен заниматься местные органы власти. Но та заработная плата, уровень, который сейчас есть, она просто не стимулирует. Предполагается, что решать, премировать примара или нет, будет местный совет. Как один из альтернативных источников для финансирования могут быть указаны возможные свободные остатки. Руководство автономии намерено также подготовить аналогичное предложение в адрес премьер-министра Молдовы, чтобы централизованно повысить заработную плату руководителям населенных пунктов страны.